И всем привет, дорогие друзья! С вами я, Артём Фролов, и в данном видеоролике мы будем обозревать новый режим. Именно для меня он новый. Не знаю, может быть, кто смотрит данный видеоролик, когда-то играл в этот режим, но для меня он новый. Нам приходится здесь играть на разных картах и испытывать разные катаклизмы. Землетрясения, метеоритный дождь, наводнения и прочее. Обязательно перед просмотром данного видеоролика подпишись на каналчик, включи уведомления, поставь лайк и напиши приятный комментарий. Не смею задерживать. Приятного аппетита, приятного просмотра. Погнали! Итак, ребят, смотрите, у нас уже начался метеоритный дождь. Ой, смотрите, все разносится. Улетаем отсюда быстрее. Надо держаться, наверное, подальше от построек, а то нас убьют. Отлетит что-то в нас, и мы умрем. Смотрите, что вообще происходит. Это пипец. Вы что стоите-то? Что вы стоите? Ой, сейчас метеорит убьет. Так, ну тут вроде пока не было метеоритов, можно, в принципе, тут постоять. Хотя вот фиг знает, так, куда летят метеориты. Может, сейчас их будем контролировать. Нет, сюда вроде летят, а? Ой, сколько их там много! Блин, а! Ой-ой-ой-ой, там летят, самое главное, еще в воду бы не улететь. Вот этот мостик пока самый живучий, так скажем. Смотрите, что происходит, кто-то умер, вижу. А вот как он держится на одном месте, мне интересно. Он просто оп и стоит. А у меня так не получается. Он, наверное, читер какой-то. О, нет, все, он умер. Тихо, живем. Мы должны с вами выиграть. Вот девочка, она вообще просто стоит. И это, им вообще пофиг. Пипец, конечно. Так. Сколько у нас вообще осталось живых-то? Вот две девочки. Блин, метеориты, давайте убейте их, блин. А то что они тут стоят в АФК? Так вообще-то нельзя. Нельзя. Так, опа, мы втроем выиграли. Как раз таки две девочки, которые просто стояли в АФК, и выиграл я. Понимаю. Давайте тогда мы сразу же переключаемся на следующий раунд. Так, ну что ж, ребят, вот мы уже в следующем, так скажем, не режиме, а как его, раунде, да? Тут у нас какой-то мотель, отель, что-то в этом роде. Из американских реалий, как в GTA-шечке. Сан Андреас, помню, был такой мотель. А как они на машине сели? Ну-ка дайте ко мне тоже, пожалуйста, ребят. Нет, блин, все машины заняли. А я не знал, что здесь... Ой-ой-ой, а почему? Почему у нас такая штука порвала? Paper discarded in bowling. Я не знаю, что это такое, что сейчас будет. Блин, машины взяли, перевернулись, а? Вот ездить-то не умеют. А как вот сесть в них, не знаю. Это что, что происходит? Почему? Наводнение какое-то лавливое, лава какая-то, блин, смотрите. Надо быстрее туда, там самая высокая точка. И нам надо успеть еще будет подпрыгнуть вовремя, чтобы остальные все умерли. Быстрей! Нет! Мы стоим на вывеске, тихо. Если что, готовимся сразу подпрыгивать. Все, мы должны одержать эту победу. Нет, что ли? Да как не то? Блин, а? Как так получилось-то? Блин, а? Обидно. Ладно, давайте сразу же тоже переключаться на следующий раунд. Так, ну что ж, ребят, у нас с вами следующий раунд. Смотрите, локация очень огромная. Это у нас что-то вроде незаконченной стройки, наверное, да? Я сначала думал, это подземный паркинг. Ой, надземный паркинг. Вот видите, здесь есть плиты, которые неровно положены. Это значит, что стройка не закончена. Ну да, это, скорее всего, надземный паркинг, потому что... Ой, это стекло у нас, мы сюда не пройдем, да? Только через вход. Потому что, вот видите, это у нас для машины, это, наверх, проезд. Так, какой сейчас будет у нас катаклизм? Я надеюсь, что метеориты. Вот тут, блин, прикольно бы было, чтобы были метеориты. Блин, я зря, наверное, в здание зашел. Уже что-то началось. А что сейчас будет? Блин, сейчас вообще все просто полетит. Вообще все будет разрушаться. Это пипец, ребят. Так, опа. Цунами! Это залет. Опа-на, а мы уже здесь. Блин, я думаю, вот на тот флаг бы залететь, но отсюда я, наверное, не долечу, да? Хотя, смотрите, девочка пытается. Ну нет, если я отсюда полечу... Не, я не долечу до тут 100%. Так что рисковать даже не буду. Давайте посмотрим, как будет этот дом разрушаться. Паркинг, точнее. Так, а что? Вы посмотрите, у меня аж залагало! А, нет, ну смотрите, он держится, дом-то. Ой-ой-ой!
Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. А будет еще волна, нет? Так, тихо. А почему у меня хп убавляются? Я вот не понимаю. Вот как я сейчас умер? Ну вы же видели, да? То, что я просто летел. Как я мог умереть-то, блин? Так, давайте посмотрим, будет там вообще другая волна или нет. Просто дом, посмотрите, с ним все хорошо. Ну, точнее, с паркингом. Вроде жив-здоров. Только вот не понял, как я умер, блин. Странно, странно. Ладно, давайте тогда в следующий раунд переключимся. Ну что ж, ребят, у нас с вами следующий раунд. Нифига себе, какая большущая локация. Она даже больше, чем прошлая, блин. Я надеюсь, что будет метеоритный дождь, а? Я так хочу посмотреть, чтобы она разлетелась. Это тоже у нас какой-то паркинг надземный, только уже достроенный. Конечно, эта локация побольше, но та была локация намного выше. Что у нас сейчас будет? Опять все небо у нас заволокло туманом. Начинается буря, походу, да? Похоже, буря. Затишье перед бурей сейчас происходит. Я надеюсь на метеоритный дождь, а? Пожалуйста. Метель. Ищи тепло и укрытие. А как найти здесь тепло? Блин, не надо было наверх, наверное, лезть, да? Открытые окна вот меня губят. Нужно где тепло. Нужно где нет открытых окон. Оп-оп-оп, мы нашли вроде местечко. Видите, у меня хп начало регенерироваться. То есть мы находимся в углу. И окна вроде закрыты у нас здесь с вами, да? Вроде не так уж и холодно. Смотрите, там окна просто вылетают. Вы посмотрите, что происходит. Но у нас вроде тут все чики-пи-барум. Все хорошо. А, не так много вылетело, блин. Но мы не чувствуем вроде холод особо. Так что мы стоим тут с вами. Никуда не вылазим. А где все ребята? Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что происходит? Ребята, что? Что у нас с вами происходит? Блин, 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 быстрее надо подойти. Все холодно, холодно, я не могу уже все. Капец, мы походу с вами умрем холодно, потому что... Ой, как холодно-то, ребят! Ничего не видно еще с этой метели! А, смотрите, она читерша, я... Ой, читерши, блин. Вот видите, я тоже с нее увидел, иначе я бы кахавать, а у меня здоровье-то, оказывается, восстанавливается. То есть... Ой-ой-ой, нас удавило. Мне даже не... Ой, посмотрите, что случилось! Пипец. И мне даже не обязательно было в тепле быть. Прикиньте, оказывается, яблочко у нас регенерирует жизнь. И мы с вами в числе победителей. Ну, конечно, многие победили нечестно, потому что яблочко это юзали. А я вот, блин, стоял... В уголке специально нашел уголок, чтобы нам было с вами тепло. Ладно, давайте мы будем переходить в следующий раунд. Все у меня просят Икею. Вот, блин, ребят, вот до этого проводила сходку типа того в Икее. Хотел видеоролик записать по Икее. Но я немножечко не разобрался, как там вообще играть. Не знаю. Может быть, кстати, в этот ролик и войдет еще игра в Икею. Не знаю, сейчас подумаю. Посмотрю, может быть, я посмотрю видеообзорчики, как вообще там управлять консолью администратора, потому что я не понял, там все на английском, очень много функционала, и можно всего лишь 16 игроков, вот это печально, очень печально. Опа, у нас с вами уже цунами идет. Так, нам нужно залететь, наверное, вот на этот маячок. Маяк, чтобы выжить. Либо же, знаете вообще, как можно считать, ну, хотя нет, так нельзя, наверное, так будет читерски, потому что мы администраторы, мы можем телепортироваться, а простые игроки не могут. Кстати, вот этого чела я видел. Мы в Икею играли, он тоже успел зайти на сходочку. Ой-ой-ой, все, цунами уже у нас. Нет? Ну, показалось, показалось. Ребят, ребят, давайте, давайте быстрее. Блин, ребятки, давайте все быстрее на маяк. Давайте встречаем эту волну. Так, короче, сюда. Я надеюсь, что сейчас, когда мы будем лететь с вами, мы опять не умрем. Потому что до этого мы просто так взяли и умерли. Опа-на, мы успели. Вот, вот опять вот. Из-за чего я сейчас умер? Спрашивается. Такой нескромный вопросик вам. Почему я умер? Ладно, ребятки, давайте переходить к следующему раунду. Итак, ребят, у нас новый раунд. Это у нас уже новая локация. Опять же, церковь. И смотрите, какие у нее окна. Они зеленые. То есть до этого окна были все время простые, а сейчас у нас они уже зеленые. Это виражи, витражи или как их там называют. Я думаю, кто понял, тот понял. Витражи это вроде. Блин, я не помню, как правильно.
Если кто знает, поправьте меня в комментариях. Виражи это, наверное? Нет. Витражи. Да, наверное, витражи. Так, какой у нас сейчас катаклизм будет? И как вообще нам на церковь эту залезть? Я не понимаю. Опа, 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 вот мы и залезли. Так, лава, лава. Лава у нас. Вот смотрите, тут уже все практически у нас стоят. Все умные и хитрые, блин. Опа-на. Мы тоже залезли. Так скажем, не отстаем. Почему у меня такой маленький шарик, а у них такой он большой? Что за дискриминация? Не толкаемся, ребят, да зачем толкаетесь? Ой, ой, конструкция начала рушиться, блин, блин, блин. И мы с вами не теряем хватку. Мы пытаемся вот отсюда отпрыгивать. Оп-оп-оп, от самой высокой точки. Отпрыгиваем, все нормально, все хорошо. Опять отпрыгнули. Ага, я не единственный такой умный, смотрите-ка, все тоже так же делают. Оп, вот опять, вот почему сейчас у меня Почему сейчас я умер, спрашивается. Как я умер? Что за режим? Почему другие не умерли, а я умер? Ой, пипец, пипец. Вон, смотрите, они все летают до сих пор, никто не умирает, а я вот умер. Ладно, ребят, давайте мы пойдем к следующему раунду. Так, ну что ж, ребят, у нас с вами новый раунд, и он окончательный, потому что я тут так подумал и решил, все же я писал то, что будет видеоролик по Икее. А тут у нас видеоролик далеко не по Икее. И мы сделаем ставку Икеи. Что происходит? Ой-ой-ой-ой, это что? Что? А что такое происходит? Почему у меня пекло появляется? Давайте-ка мы зайдем сюда. Оп, а тут безопасно. Да нет, не безопасно. А мы сейчас будем читерить. Сейчас встанем вот в этот уголок. А тут окно выбили уже. И мы будем просто кушать яблочко. Вот и все. Все легко и просто. Будем стоять и кушать яблочко, и мы, я надеюсь, выиграем. Так, тихо. Смотрите-ка, она вон там стоит, и вообще ничего не делает. Давайте-ка... А, блин, не попадает. Давайте-ка мы к ней сюда встанем. Но все равно попадает. О, давайте сюда. Под деревья. Ой, хакеры-то, а? Ну, мы еще будем яблочко кушать с вами стоять, чтобы уж точно не умереть. Кушаем, кушаем. Только не понимаю, что это происходит. Это какой-то дождь или что? Или это железные прутья? Не понимаю немного. Просто если дождь, как-то он так прям все разрушает и нас ранит. Ой, кто умер под деревом. Давай, кушай яблочко. Кушаем яблочко. Нет еще. Походу написали, что все, да? Ладно, давайте, что мы как... Ой-ой-ой-ой-ой! Хотел сказать, что мы как маленькие дети... С вами тут прячемся. А нам уже все. Нет, мы выиграли. Итак, ребят, все. На этом раунде мы заканчиваем с данным режимом. И переходим плавненько в режим под названием Икея. Итак, ребят, вот мы переместились плавненько в другой режим под названием Икея, так сказать. У нас уже здесь ночь. Конечно, я запустил на 100 человек сервер, да? Я не знаю, сколько сейчас на сервере, но я тут с пельмешком, и я застрял почему-то. Так, как выбраться-то отсюда? Я немножечко тут не так, скажем, непрошечко, да? И не очень шарю. Ну, в основном здесь просто... Ой, убили, походу, кого-то. В основном здесь просто люди, они стоят, и все, и ничем не занимаются. Я не понимаю, зачем вообще они тут зашли как бы сюда, да? То есть здесь нужно играть, а они просто, ну, стоят. Так, мы давайте с вами заспамим монстров. Я не знаю, потому что есть они сейчас или нет. Но мы заспамим, вот. Ночью нельзя здесь ходить. Опа-на. А он меня будет бить. А мы убегаем. Мы убегаем, убегаем отсюда. А он все равно меня будет бить, смотрите. Ну, у нас здоровье бесконечное. Оп. Все, на нее переключился. Все, ей ГГ будет. Ну а что? Я предупреждал, что нужно делать укрытие. Меня никто не послушал. А, утро началось, повезло. Ну мы сейчас побегаем и поспамим монстров, так сказать. Чтоб они уже стояли тут, да? Так, спамим. Ух, какой большой монстр-то.
Это что такое? А, смотрите, у них даже тут написано IKEA, типа они работники IKEA, наверное. Прикольно, прикольненько. А почему тот большой, а эти маленькие какие-то? Ну вот эти еще большие, сейчас нас спамят тут. А почему они то маленькие спамят, то большие, я не понимаю. Спам. Что-то не спамится. Так, ну вроде как монстров мы наспамили плюс-минус нормально на вторую ночь, да? Ставьте уже вот так. Ну все у нас пока стоят, никто ничего не понимает, думает, что никто их не убьет. Угу. Сейчас мы посмотрим. Мы сейчас даже времени поменьше им дадим. Так, давайте выйдем отсюда, и нужно телепортнуться. Так, давайте мы телепортнемся, ну, допустим, к Кире. Вот чем она занята? А, ее, походу, либо убили, либо что-то еще. Давайте к нему телепортнемся. Так, он просто ходит. Зачем вот они заходят в игру, если они ничем не занимаются? Я вот не понимаю. Так, вышли, походу, да? Просто вышли, так, походу, умерли. Ну вот просто стоят. Ну а толку вообще зачем заходили, я не понимаю, честно вам скажу. Тоже просто... А, ну хоть смотрите-ка, она что-то несет. Вы смотрите, она реально дом построила. Ну-ка, мы давайте-ка здесь наспамим монстриков, так сказать. Конечно, немного. Но пару штучек наспамим. Опа-на. Смотрите-ка, пошлите-ка мы к ней залезем. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, а как сюда? Вы смотрите, какой у нее тут логово-то получается. Прикольно, слушайте. Давайте мы ей немножечко поможем. Конечно, сам не очень тут понимаю, как и что, но мы поможем. Так, а как залезть нам? Что, никак? Нет, никак не залезем тут. Тут у нас телек, да? Освещение. Но ребятам не нужно забывать, им нужно кушать что-то. Если они не покушают, то они умрут. Ну, то есть, это сама суть игры, здесь нужно выжить. Ну, а смотрите, сколько мало ПП. Умирать здесь очень быстро, если не поешь. Так, давайте мы еще кого-нибудь почекаем. И телепортнемся кому-нибудь. Так. Блин, не туда. Телепорт. Давайте просто вот так будем по списочку идти. Так, этот человек у нас здесь. Так, это у нас тоже они вроде тут все, да? На одной локации. Или подождите, или нет? Да нет, все то же самое. Или нет? Подождите, это вроде выше, нет? Нет, все то же самое. Давайте дальше. Ника. Ника, смотрите-ка, Ника у нас бежит, смотрите-ка. Ну-ка, давайте-ка за ней. Так, она... Она ничего, походу, сама не понимает, что она хочет сделать. Не знаю, что она хочет сделать. Не знаю. Она, наверное, подумала, что здесь нужно построить комнату и все. И, типа, жить в ней. Но далеко не так. Так, давайте мы дальше пойдем телепортироваться и смотреть, что вообще делают у нас ребята. Так, смотрите-ка. Вот это уже интересно. Так, как тут выйти? Угу. Смотрите, она взяла и прям уже взяла, прям сделала такую большую комнату. А, так это у нас пульмешек. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, то есть, ну, конечно, тут можно пролезть все равно, да? Ей нужно еще дорабатывать, но вот тут она, смотрите, сделала все чики-пуки. А, нет, я пролез. Нет, я пролез. И опять вот пролез. Немножечко она оставила тут дырку. Плохо-плохо. Плоховатенько, но мы давайте... Так, тут тоже пролезть можно. Вот не знаю, здесь, наверное, могут и зомби пролезть. Давайте-ка мы тут тоже зомби заспамим. А то я просто не знаю, придут ли к ней зомби сюда или нет, потому что карта очень объемная. Так. Пана. И давайте вот этого еще заставим тут. Давайте пойдем дальше у нас. Так. Телепортик. Телепортируемся. Так, мы находимся
Так, смотрите, тоже что-то строит. Так, не понимаю, что она хочет. А, она делает, наверное, лестницу наверх. И ставит светильнички, смотрите. Смотрите, смотрите. Пишет Артем. Так, как тут? Оп-оп. Ага, у нее тут, вот тут будет логово. Она сейчас здесь что-то настроит. В принципе, нам понятненько. Давайте пойдем дальше. Так. Не туда нажал я. Опять не туда. Телепорт. Давайте-ка мы телепортнемся к Насте. Она у нас умерла. Нателка у нас умерла. Сыникс, она что делает? Так. Смотрите-ка. О, началась ночь, ребят. Блин, ребятки, ночь началась уже. А кто-то не успел построить дома. Блин, как страшно-то. Вам, наверное, не слышен этот звук, но мне очень страшно. У вас будет на фоне музыка просто. Чтобы вы понимали, они говорят по-английски excuse me что-то. Оп-оп-оп. Смотрите, что там делают. Там, походу, умирают ребята. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребята, убегаем, убегаем. Давайте. Вот тебе чел. А почему за мной побежал? А, он его убивает. Ну и правильно, не надо стоять в АФК тут. Блин, ну давайте, чтобы вы просто погрузились в эту атмосферу. А, нет, вам слышен звук. Блин. Я-то думал, он вам не слышен. Я надеюсь, что он не настолько громкий, ребят. Ой-ой-ой-ой. Вот это громко было. Ребятки, прошу прощения. Ну, это страшновато, страшновато, честно вам скажу. Давайте мы еще здесь заспавим зомби. Чтобы было уже, так скажем, намного сложнее. Так, давайте мы заспавим вот такую штучку. И такую. Но они меня бьют, но мне пофиг. Я бессмертен. Но сейчас, знаете, от них улетим. Потому что дальше-то мы ситуацию не смотрели у ребят. Опа, она. Так, она где у нас? Ой. Я же телепортировался. Ой, сейчас сахарка убьют. Обидно. Так, у них тут что происходит? Ой, я упал. Ой-ой, смотрите, смотрите, этот чувачок хочет залезть. Оп, он упал. Она его убила? Оп-оп-оп. Ну, у них, смотрите, тут вообще уютненько. Смотрите, у них тут еда. Посмотрите, сколько еды. Смотрите, какая у них вообще командная работа получается. Они, то есть, играют здесь сколько у них? Трио, наверное? Да, наверное, они трио, они еду собирают здесь прям, ну... А, четверо сквад их получается. Так, давайте мы дальше посмотрим, кто вообще чем занимается у нас. Если бы я вообще умел... Ой, слушайте, а давайте мы продлим ночь. Так, секундочку. Все, мы ее продлили. Только непонятно. Время у нас почему-то не идет. Ну, мы давайте сами плюс-минус будем прикидывать и переключим. Эту ночь. Нам нужно ее подольше подержать. И поспамить там монстров нужно еще. Ой, не туда захожу. Так. Ой-ой-ой. Давайте прям много наспамим. Ой-ой-ой-ой-ой, как их... Посмотрите, как их много. Ой, они даже останавливают, они лагают. Забаговались. Быстренько уходим отсюда. Телепорт. Так, на поиски пошли еды, походу. Дальше давайте посмотрим, кто у нас чем занимается. Так, это умер. Игрок.
Тут тоже умер. Тоже умер. Тоже умер. Так. Посмотрите, где я. Оп-оп-оп. Уютненько у нее здесь. Она это, знаете, сделала? Это двойная кровать, наверное. Тут у меня вопрос, как она вот это поставила, если это не двигается. Она на саму кровать, наверное, сюда поставила и еще ее заставила. Блин, прикольная идея. Прикольно, 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 прикольно. Прикольненько. Так, мы давайте с вами пойдем дальше. Телепортируемся к следующему игроку. Блин, я искренне надеюсь, что на записи меня будет слышно. И будет слышен звук шумного бука. Да что я тут застрял? Будет слышен шум ноутбука. Вам спасибо большое. Опа, утро началось. Все-таки само время шло. Вот, надеюсь, что не будет очень слышен звук ноутбука и шум игры. Вот. И надеюсь, меня будет хорошо слышно. У них тут прикольно. Так, давайте мы уже всех игроков-то пойдем. А то я не знаю, сколько вообще игроков на сервере, но так понимаю, достаточно. У нас только второй день. Так, это у нас умер. Мы ночь начнем намного раньше, давайте. Так, давайте посмотрим, что у пулемешка. Ой, ну вы смотрите, это погиадша просто. Кринж, кринж. Украл мой скин, ребят. Ну вы видите, она украла мой скин, ребят. Ну так не делается. Она, наверное, вот так, да? Ну она... Блин, плохая ты, пульмень. Если ты будешь смотреть этот ролик, то ты плохая. Ой. Она что, читерся, что ли? А что она делает? А, нет, она просто лестницу делает. Ну да, она какую-то... Может, туда хочет залезть? Не мешай. Это она мне говорит, она полностью мой скин практически слезала. Эх. Бесстыдница. Давайте дальше пойдем. Так. Не знаю, девочка может только зашла. Или фиг знает. Либо лутаются вещи, собирают по Икее ходят. Тут у нас что? Так. Ой, как они сюда залазят, вопросик? Вопрос нескромный. Как они сюда залазят? Так, тихо, мы вроде запрыгнули, нет. У меня вопрос. Как вы сюда забрались? О, забрался. А, и все. И нас кинули. Заперлись они. Понимаю, понимаю. Давайте посмотрим других игроков. Так, это у нас спам вещей. Может быть, мы знаете, что сделаем? Да, ребят, давайте, знаете, что сделаем? Мы сделаем запас еды где-то. Такой, типа, аэродропчик. Поэтому давайте мы вылезем отсюда, я не могу. Я застрял, походу. Давайте все вылезем. Бежим, бежим, бежим. Мы сейчас сделаем где-нибудь. Может быть вот здесь. Она бежит со мной. Не надо так делать. Не стоит. Не стоит, я сейчас включу ночь. Хорошо. Зря ты за мной побежала. Лучше беги. Ну вот они и бегают за мной. Вот я говорю же, если кто будет бегать за мной, то я буду спавить монстров, и вы будете умирать. Все. Ну потому что специально мешают, не играют. Так, давайте мы где-то здесь оставим аэродропчик. Что-то в этом роде. Так, смотрите. Так, где у нас спам-меню? Так, что мы здесь с вами оставим? Что вообще игрокам нужно? Так, давайте подумаем. Наверное, нужно нам попить им оставить, да? По-любому поесть что-то. Давайте бананчиков здесь. Вот это. Фасоль тоже оставим здесь. Бургеров наставим. Фишки наставим. Печенье наставим. Это тоже, наверное, еда. Вот это я не знаю, мы оставим сами, проверим, что это за штучка.
Но кто залутает этот дропчик, он, скорее всего, даже выиграет. Так, это что у нас? Освещение. Давайте-ка мы его поставим, наверное, да? Так, туда же может что-то поменять. Даже цвета можно менять. Прикольно. Красненький будет. А цвет он у нас будет, давайте, тоже красный, да, светить. А, нет, это не цвет, это цвет его просто. Вот таким тогда и сделаем. Спам. Чтоб ребята увидели, что здесь что-то вроде аэродропчика такого. Типа красный же цвет. Так, еще вот так заспали. Чтобы попугай был максимально света. Так, так, так. Давайте посмотрим, что у нас вообще тут получилось. В принципе, нормально здесь покушать есть. В принципе, я думаю, поймут ребята. Так, уже кто-то нашел, уходим отсюда. Кто-то забрал дропчик, забрал. Давайте мы сделаем ему усложнение в плане монстра. А, это та девочка, которая за мной бегала, она достала за мной бегать, честно. Мы свистнули сейчас. Девочка убежала, да, вроде как? Но здесь типа дропчик. Так, давайте мы посмотрим вообще. У нас игроки-то уменьшаются. Давайте я сейчас сброшу ссылку на VIP-сервер. Потому что, как я понимаю, кто-то заходит до сих пор. Сделаем регенерацию. Так, все, ребят, я здесь. Я сделал регенерацию ссылочки. И теперь мы будем ждать следующего. Давайте мы быстренько сделаем утро. Дадим, так скажем, возможность им подлутаться. Прям буквально секунд 30, да? И потом резко ночь, когда они выйдут все из дома. Давайте сделаем вот так. Так, время. Скипнули. Все, утро у нас. Быстро утро началось. Довольно прям быстренько. Он все уже радуется. Где Артем спрашивает? А я вот тут слежу за вами аккуратненько. Так, давайте мы на рандом вот к нему. Давайте посмотримся к ней. Она просто у нас стоит, чилит. Хорошо. Мы пока что с вами пройдемся и поспамим монстриков. Ну, чтоб не было прям уж так легко. Оп, 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 оп. А то уж, мне кажется, что-то легко слишком. А мы будем сейчас бегать и спамить. Давайте прям активненько спамить их. Надеюсь, что они не лагают. Ой, что-то много я их заспамил. Ну вот так будем бегать сейчас. Чик-чик-чик-чик-чик. Ой, это квадрат. Его не будем спамить, он какой-то страшный. Вот этого давайте тоже поспамим. Ну и давайте этих гигантов опять поспамим. Тут почему-то не спамятся никак гиганты. Все время по-разному. Они сейчас все равно все разойдутся, мне кажется. Я свистнул. Там просто попросили свистнуть в чатике. Да, ребят, немножечко скучно получается. Не знаю, может, для кого-то нормально, в принципе, но для меня... Вот, если бы я смотрел данный видеоролик, мне было скучно, честно вам скажу. Но по-другому никак не могу, потому что зомби здесь не спамятся сами. Вот, как видите, а панельку эту убирать... Приходится. Нельзя типа здесь телепортироваться, чтобы вы все видели. Приходится все равно сидеть в этой панельке. Но мы сейчас, знаете, как сделаем? Так, может быть, слушайте, мы с вами сделаем еще такую, знаете, сейф-комнату, в которой будет лежать много всего, и ребята смогут сами сюда, то есть, зайти, да? Только я, конечно, не знаю, как здесь переворачивать все это. Так, инструментальный пистолет. И давайте мы сделаем, знаете что? Мы сделаем где-нибудь эту заначку, типа пистолета ставим. Давайте прям вот не будем томить на видном месте. Я думаю, кому-то поможет он. Так. Вот он у нас. Видите? Висит. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кто-то идет сюда.
Так, давайте все. Мы вообще договорились сделать ночь очень быстро. Все. Все. Кто не успел, все, ребят. Так, я знаю точно, что у нас... Так. Так, кто у нас точно? Пульмень. Он точно живой, у него точно все хорошо с домом. 100%. Нет, пульмень умер. Блин, как так получилось? А, нет, вот она. Давайте побежим за ней. В ее угол. Посмотрим, что вообще. Вон, монстры бегут, бегут. А, смотрите, у нее какая умная мечка. Воды попила. Давайте мы к ней залезем сюда. В принципе, прикольно у нее нычка. И обзор очень хороший. Так. Нашла это место. Ой, зачем я свистнул, не знаю. Так, давайте мы другим кому-нибудь тоже телепортируемся. Прямо сейчас на рандом. Берем вот ее. Гуту. Так, они в доме? Ой, тоже, смотрите, какое логово себе выстроили. Блин, прикольно, прикольно. Нет, освещение. Давайте я вот там поеду за едой. Они по-любому когда-то найдут мой аэродропчик, потому что еда будет заканчиваться в самой Икее. Не пускают. А что тут делает пульменька, у меня вопрос. А, это сахарок, это не пульменька. Точно, пульменька это хинкалька. Все, сюда я больше не попаду. Давайте мы дальше телепортируемся. Так, телепортик. Тын-тын-тын. Давайте мы телепортируемся к Даше. Посмотрим, где она вообще у нас тут и как живет. Так. А, это они, смотрите, тоже тут в домике. Все выбрали одинаковую стратегию. Они строят домики из вот этих под... Как это, наверное? Поднотиков? Подносов? Или что это? Настил какой-то. Из деревянных вот таких панелек. То есть никто из чего-то другого не строит. Я так понимаю, это самое легкое. Так, давайте вот тоже еще на рандомчик. Давайте к ней телепортируемся. Ага, она у нас уже все, так скажем. Умерла. Так, это у нас кто? В этом доме мы были с вами. Смотрите, смотрите. Опасно у них вообще здесь. Смотрите прям. Монстры прям уже вот здесь у них, ребят. Это опасно. Смотрите, он залез, залез. Все, им походу сейчас будет... Все, все, им ГГ, все, они перелезли. Блин, вы представляете? Блин, ребят, обидно. Такой был хороший дом у них. Они даже не вылезут сейчас. Вон, смотрите, люди. Ой, ребята, эти перелазят. Работники из Икеи. Они просто перелезли в наглую. Нет, смотрите, работники куда-то пропали. Сахаров ведь жив еще. Здесь на карте я спрятал пистолетик. В принципе, им ничего сложного его найти не составит труда. Они все равно будут еду искать. Так, подождите, давайте мы с вами найдем сами вообще дроп наш, который мы заложили. Я уже просто... Вон он. Нет? Я не помню, честно, где я дроп закладывал. Карта очень большая. Не помню, не помню. Честно. Вон он, дропчик. Да-да-да. Ну, я не думаю, что вот это, ну, нельзя не заметить, да? То есть здесь красный свет такой. То есть он прям, ну, красный-красный. Это же видно прям, что он красный. Никто еще ничего не забрал. Давайте мы здесь еще оставим. Пришла сюда. Ну, мы давайте... А, она за мной бежит. Ей даже пофиг на еду. Так, давайте сразу мы спамим монстра. Потому что, ну, так нельзя, да? Она еду выкинула зачем-то все. Все. Разбирается со своими проблемами сама. Ой, ну все, ей все, ГГИ. А что вот это за кнопка, мне интересно, что она делает? Давайте нажмем. Так, все, она умерла. Еда раскидана. Здесь знаете, почему было странно? Потому что она просто бежала за мной и здесь ничего не собирала. Уйди, я первая тут начала. Так, давайте мы опять же, ребятки, с вами сделаем... Здесь пистолет заспамим. Посмотрим, что вообще еще нам можно здесь заспамить.
Это VIP. Я, наверное, не смогу, да, такое спамить. Или смогу все же. Могу, ребят. И то есть, смотрите. Сейчас посмотрим. Да, и ребята могут этим воспользоваться и перенести этот объект к себе в дом. Мы сейчас... Оп, утро началось. Мы убегаем отсюда сразу. Чтобы не было никаких претензий к нам. Потому что никто не должен знать про этот дропчик, ребят. Ни в коем случае. Блин, наверное, будет долгий видеоролик. Я буду благодарить обязательно всех, кто вообще посмотрел видеоролик, честно. Ребятки, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на каналчик, включить уведомления и написать любой комментарий. Мне будет приятно. Так, тут у нас охранники. Мы давайте побегаем по карте. И поспамим такие предметы, которые очень нужны в постройке дома. То есть, ну прям они очень сильно помогут, да? Давайте сюда мы воткнем еще такую штучку. Оп, все, то есть ее могут забрать, спокойно могут забрать, ребят. Мы сейчас еще куда-нибудь побежим. Так, кто-то за мной бежит. Давайте тут вот так воткнем тоже эту стену. Все, ее могут забрать спокойно, то есть могут взять к себе для постройки дома. В принципе, она пригодится. Так, ночь мы не будем пока что, да, делать? Или хотя, может, блин, заставить их ночью охотиться за едой? Потому что видеоролик, да, давайте, видеоролик и так уже затягивается очень сильно. Все, ночь, ребят, все, ночь, ночь. Мы опять по старинке сторожим аэродропчик наш. Кто-то залутал его. Потому что вон еда. Смотрите, смотрите. Стойте, стойте. Ребят, свистните уже. Так, давайте мы спросим вообще в чате, кто забрал аэродроп. Кто забрал аэродроп? Так, вот этот чел стоит. Ему пофиг, он даже не играет. Мы делаем ему сюда. Опана. Спам, спам. Все. Excuse me, вон вам. Вот вам и excuse me ваш. Вот и все, ребят. Артем, свистни, пожи, у меня кнопка не работает. Я свистнул. А, это нам показывает всех игроков, ребят. А, нет, всех мобов показывает. Кто-то спрашивает, можно у кого-то переночевать. Зачем он бежит за мной? Я же попросил никого не бегать за мной. Мы спамим монстров, потому что видеоролик очень долгий, ребят. Надо уже как-то это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребят, ребят, мне самому страшно, хоть я и бессмертный. Так нет. Так нет. Все нормально. Куда она принесет его? Ой-ой-ой, вот наша эта штучка и, так скажем, подставила нас. Давайте телепортируемся к ней. Так, подождите, а кто там у нас? Сори, извини, я сейчас принесу. Зонтик 207. Так, ну ей пофиг вообще, да, я так понимаю. Здесь очень много. Многим пофиг. Давайте мы найдем зонтика. Игроков уже мало, ребят, прям. Так, зонтик, посмотрим, он дропчик забрал. Где он? Так, смотрите, он походу в соло, нет? Или он пошел с кем-то тимиться, ребят? Непонятно, немножечко. Так, это чей-то дом у нас тоже получается. Почему вот эти, что, эти работники лагают? Вот вы зря за мной идете. Ого, пистолет забрали. Хорошо. Играй, ты что? Зачем? Забери. Ты чего? Ну, забери, блин. Зачем мне забирать-то? Я наоборот дроп завожу, чтобы его забрали. День нельзя. Нет, ребят. Нельзя день. Игроков уже мало, и нужно ужесточать по максималке. Прям по максимуму, ребят.
Потому что... Оп-оп-оп, смотрите. Ладно. Почему ты... Они остановились. Чел, ты че? Что с тобой? Ладно. Ой, зря вы за мной бежите. Я хочу... Зонтик, ты зря бежишь. Извини меня, конечно, но... Я погнал. Так, мы телепортируемся. Телепортируемся кому-то. От него мы убегаем. Нет, ребятки, поесть я вам не дам. Короткометраж данного видеоролика и так слишком высок, так что нам нужно уже заканчивать. Хинкалька, иди сюда. Нет, я не пойду. Мы пока что закладываем опять аэродроп. Так, я думаю, мы его заложим здесь. Так, а как... Я как-то вроде удалял здесь предметы, хотел. Вот. Ты зря сюда пришла, девочка. Вот и умирай теперь. Разбирайся сама. Давай, разбирайся сама тут с ребятами этими. Я хотел сделать дроп, она за мной следит. Так нельзя делать. Так, давайте здесь сделаем дропчик. В принципе, тоже нормальное место. Эту кухню нельзя, да, удалить мне? Эту штучку можно отнести. Давайте прямо сюда вот так кинем. Как-то. Оп. И это тоже вот сюда кинем. Прям ровненько. Оп. Телек давайте тоже отсюда уберем. Не знаю, как его тут поворачивать. Ну и не надо мне, кстати. Утро-утро началось. У нас есть очень хороший шанс сейчас заложить быстренько дропчик, пока никто не видит. Кто-то есть тут, да? Так, давайте мы их наспамим, эти штуки здесь. Вот так. Повернулись немножечко еще. Повернулись. Еще заспамили. Еще. Прям максимально, чтобы было все красное освещение. Чтобы ребята уже устраивали, ну, прям, реально конкурентную битву, так скажем. Потому что, ну, все, как бы надо уже заканчивать видеоролик-то. Что такое дроп, спрашивают. А, вот найдешь, узнаешь. Так, давайте вот так еще поставим по кругу. Конечно, понимаю, некоторые даже светить не будут, потому что они в стене будут расположены. Но все-таки суть одна и та же. Мне кажется, светить должны все. О, вы смотрите, какой свет теперь тут. Давайте еще их наспамим. Потому что было максимальное освещение здесь, в данной локации. Это будет дроп. Ой, меня лагает, ребят. Ой, как лагает, ребятки. Зря я это сделал. Но вот такое пропустить ночью, я не думаю, что это вообще возможно как-то. Ребят, игроков максимально мало, мы делаем ночь и закладываем дроп. Давайте уже. Надо заканчивать. Все. Ну вот это, ну не заметить, ну я не поверю. Нет, не поверю. Так, быстренько мы здесь оставляем, смотрите. Так, где у нас спам-то? Спал? Берем еду. Так, это я не знаю, что у нас, не думаю, что кому-то это будет нужно. Оставляем. Раз пистолет. Два пистолет. Оставляем мы еще еду. Где у нас еда вообще находится? Так. Пару кол, пару яблок, пару бананов, пару этих, пару фасолей, пару бургеров. Так, еще печенье оставляем здесь. Молочка, фрикаделек, ну типа поесть. Потому что еда здесь очень быстро кончается. Так что не думаю, что особо проблем возникнет. Все. Мы оставили здесь еду. Пишем. Дроп был заложен. Все. Они могут его искать. Мы отсюда уходим. А мы сейчас, знаете, как сделаем? Вот он самый умный, он по нику бежит. Сейчас мы тебе сделаем. Ну просто здесь самые умные, они бегают специально.
и палят мой ник. Так делать нехорошо. Я изначально писал. Ночью вообще должны все дома сидеть, по факту. Так, давайте телепортируемся на рандом. Комару телепортируемся. Давайте смотрим, где он. Так. А. Понимаю. Я вообще просто пофиг. Блин, мне интересно, надо кому-то телепортироваться и посмотреть. Прям, знаете, издалека. Так, давайте посмотрим, что тут у пельменя. У пельменя тут работа полным ходом идет. Ладно, мы не будем ему мешать. Телепортируемся дальше. Давайте с самого начала начнем тогда проходиться. Так, тут у нас что? Я не понимаю, где мы. А, это вот они в доме своем. Тихо. Так. Ой. Я к ним в дом привел или что? Ну так нельзя, я тут. Надо телепортироваться от них. Курту. Все, мы телепортировались. Там он сам залез к ним, этот зомбик. То есть я здесь вообще максимально ни при чем. Так, это что у нас? Тоже, смотрите, это как пельмень у него нычка. В принципе, нычка очень хорошая, да. Стойте, кто дроп залутал? Я тебя не спалю. Блин, у меня вопрос, кто залутал дроп? Никто не залутал дроп. Дроп никто не залутал, но почему-то ребята тут эти, которые... Ну, что такое? Ну, все равно. Ботов, так сказать. Опа-на. Телепортнулись. И теперь у нас там работники просто стоят. То есть они начинают опять лагать. Блин, ну, ребят, игроков уже остается максимально мало. Я еще раз свистну. Для ребят как раз-таки. Давайте посмотрим, где игроки вообще у нас. Стали самые сильные. Ну нет, не самые сильные, потому что им вообще просто тупо везет. Я не понимаю, как вообще эти монстры спамятся, но они будут умирать сейчас от голода. Мы им не будем давать день. Смотрите, они просто чилят. То есть, заходите кто хотите. Бар у них такой. Чисто барчик. Я хинкаля жду. Может быть, нам к ним сюда зомбика позвать? Ой, он упал. Или его убили? Ой, все. А, убили его, смотрите-ка. Так, давайте мы им сделаем тут немножечко некрасивую ситуацию. Оп. И уходим. Ну, надо, как-то. Понимаю, что не очень честно будет. Но все же. Так, давайте мы посмотрим быстренько, что у них тут происходит. Застроило меня. А что я сделал? Я удалил, походу, да, объект. Блять, я нечаянно. Прошу прощения. Ой, я еще ему отказал. Ребят, блин. Так, все, это мы вырежем. Так, ребят, у нас опять утро. Так, я уже, честно, не могу играть. Я не знаю вообще, сколько уже там запись идет. Запись уже идет нормально. Видеоролики я не знаю, сколько получится. Я не хочу делать вырезку какую-то. Я хочу просто фулом показать. Ну, вырезать там один момент, который я, наверное, не вырежу, потому что будет лень. Но хз. Эти у нас тут барчики чилят. Стойте, давайте мы кому-нибудь Ой-ой-ой, нет, нам не нужно никого телепортировать. Я хочу посмотреть. Дроп кто-нибудь забрал, нет? У них тут хороший дом. Но почему вот эти боты лагают? Не понимаю немного. Фиг знает. Давайте-ка мы отсюда как-нибудь. Оп, на волю. Знаете, мы что будем делать сейчас? Мы будем удалять предметы уже. Или их и брать нельзя, чтобы удалять-то. Хоть все, что можно было, забрали уже. Удаляем. Прям все опустошаем уже.
чтобы максимально нигде нельзя было мансовать ребятам, да? Чтобы все чисто, на карте только совались их дома. Чтобы новые не заходили, не строились там и так далее. Потому что, я так понимаю, новые заходят, либо старые перезаходят. И получается немножко канитель. Кого-то застраивают, так мы не делаем. Так, ребят. Ага, ага, ага. Тут мы все забираем. Так, вот здесь, наверное, я вырежу это все. Ну, то есть сделаю, так скажем, сразу же переходик, и мы уже перейдем к ночи. Ладно, ребят, короче, нет. Не буду я делать никакой переходик, потому что все удалять, это я вообще не знаю, сколько мне предстоит. Все это будет удалять. В принципе, так нормально удалим. Диван сейчас удалим, самое главное еще. Чик-чик-чик. Все. Мы делаем опять ночь, потому что мы все как бы уже. Так, что закреплю, я тут не знаю. Выходим. Ночь. Все, ребят. Опять у нас ночь. Теперь мы просто бежим и спамим монстров. Все. Телепортируемся к кому-нибудь сейчас. Оп, телепортнулись. Все, монстры где-то у нас бродят, ребят, с вами. Хотя тут вон тоже монстры есть. Я его убил. А что сейчас было? Вы видели тоже, да? Ладно, пофиг. Надо уже как-то усложнять нам жизнь ребятам. Чтобы более что-то они легко играют. Ой, это что? Какая-то постройка чья-то. Ладно, мы это рушить не будем. А тут мы все конфисковываем уже. Кто-то свистните. Свистнул. Все, ребят, надо заканчивать, давайте. Давайте мы, знаете, как сделаем, может быть, будет неправильно, да, кто-то строил другие дома. Но мы сейчас выберем самое хорошее убежище и телепортнем туда всех. Потому что, блин, вообще уже неудобно, максимально. Так, это у нас где она? Она нашла друга, смотрите-ка. Она аэродроп нашла, вы представляете? А что она не утает-то его? Непонятно, непонятно. Так, тут у нас что? Оп, у них, смотрите, тут... Ой, смотрите, как у них тут уютненько. Блин, нет, нельзя телепортировать, потому что некоторые ребятки старались, смотрите, прям они реально расстроились у них. И похавать есть. Все хорошо, хорошо. Привет, привет. Приветик, приветик. Ой, ну вы посмотрите, тут и пуфики. И вообще все хорошо, все чики-пи-барум. Телевизор. Даже мишка, посмотрите-ка. Даже, смотрите, лоджия у них. Воу. Опа, они дропчик утали, видишь, фонарики забрали. Ой, они еще и стеночку забрали, которую я готовил. Ой, так вы вообще шикарно живете. Вот, и... вот у них, наверное, самое лучшее убежище. Да, ну, в принципе, они еще зажились за счет аирдропчика. Вот только никто другой аирдропчик не залутал. Давайте мы, знаете, как сделаем сейчас? Обманочку где-нибудь вдалеке. Оставим аирдропчик такой, мини. Но без освещения. Надеюсь, он никто не идет. Вроде нет. А что тут у нас? Ну-ка удалить-ка это все. Нам это ничего не нужно. Мы просто бежим с вами. Так, здесь чей-то дом у нас, кстати, был. Давайте-ка мы здесь лучше, знаете, да, на крышу заложим аэродропчик такой. Его вроде рядом нет. Так, все, можно, значит, закладывать аэродропчик. И почему рядом с ними лагает жестко? Блин, вот почему рядом с дропами лагает жестко? Потому что я делал максимально много фонариков, и чтобы было освещение хорошее. И из-за этого лагает как раз-таки. Вставляем два пистолета мы. Да, ребят. Потому что ребятам как-то нужно жить. Все, по два оставляем опять. Тут уже понятно. Я вот хочу посмотреть, что вообще будет происходить, когда останется всего два игрока. Если они будут, допустим, из одной тимы, так сказать, да, тиммейтами будут. Вот, как они вообще будут
будут ли они бороться там за первое место, да, либо кто-то кому-то отдаст свое первое место, либо же что-то будет другое. Так, давайте. Ой, фигню я натворил. Во! Это давайте удалим с вами. Опа-на. Все хорошо. Теперь мы делаем вот так. Щуп. Я не думаю, что это невозможно не увидеть. Сейчас мы еще на этой стороне наспавим. Вот так, потому что было максимум освещения здесь. Так, еще давайте вот в эту сторону тоже, чтобы было освещение. Люди, я Хьюберта нашла. Не знаем, что это такое, но мы давайте-ка не... Ну, это дроп, ну точно невозможно не пропустить. Люди, я большого Хьюберга нашла. Давайте мы их телепортируемся к ней, посмотрим, что это вообще за такое, за Хьюберг. Пиц. Так, где она у нас? Почему у меня ее нет? Комарчик. Давайте, во-первых, телепортируемся, чтобы у тебя дроп и не палить его. Кто это ты, комарчик? Комар 4ИК. Вот тут есть ники 4ИК. У меня нет такого человека. Как это так? Как это работает? Давайте мы к Дашке-то пахнемся. Но она здесь работает. Хорошо. К зонтику. Зонтик это у нас он. Окей. Все хорошо. Это у нас сахарочек. Блин, пельмень уже ушел. Наверное, его убили. Либо просто достал. Так. Это у нас что вообще? А, это у нас уютненький домик. В смысле АФК? АФК была, значит, да? Нельзя в АФК быть. А то зомби могут появиться, пока ты в АФК. Давайте к ней телепортируемся или к нему. Посмотрим, чем он вообще промышляет. Стойте, а что? А, понимаю. Он под домом находится, их. Мне вот интересно, кто залутает дропчик следующий? И залутали ли второй дроп? Опа, убили походу. Так, еще кто-то у нас вышел. Так, это все просто у нас прыгает. Свистнули. Я не знаю, зачем они просят свистнуть. Прикольно. Просто стоит. Хот-дог. Он, может быть, забрал дроп. Тоже просто стоит у нас. Опа-на. Вот здесь мы не были с вами, ребят. Вы посмотрите, лайк за старание. Вы просто посмотрите. У меня здесь аптечка, водичка, телевизор. Медведь, светильничек, ящички, кроватка есть даже своя. И диванчик. Микроволновочка, тостер. То есть все прям для жизни. Она, блин, она только в АФК. Вот нельзя быть в АФК. А так у нее вообще, слушайте, мне кажется, лучший дом. Именно не с точки зрения, что он большой, а именно, ну, дом вообще, в принципе, хороший, так сказать. Ну, то есть по защищенности он тоже, ну, не отстает. И, в принципе, он вообще... Во-первых, с ней что-то случилось. Блин, я удалил ей тостер. Жалко ее дом, но мы ее дом, знаете. Ждем, я его увидел. Скрин не успел. Не понял, кого она увидела. Так, давайте мы оставим этот дом, так скажем, как сейф-зона. Наверное, да? Мы сейчас, знаете, что здесь тоже дропчик оставим. Потому что игроков уже максимально мало. Так, никаких мне нам нужно, нам нужен спам. Давайте мы прямо отсюда вот здесь поспамим прожекторами, чтобы максимум освещения было туда, из вот этого проемчика нижнего. Конечно, к нему будет подогивать немножечко. Так, все. Чтобы не очень прям лагало, так лагает все равно. Лагает прям жестко. Ну не так жестко уж. Но люди поймут, что это у нас дропчик здесь, так скажем, заложен. Две колы, два яблока, два бананчика, две этих. Так. Два хот-дога, аптечечки, ну и вафельки. Так, и давайте мы положим здесь два пистолета.
Артём, я вернулся на то место, если что. ТП. Не понял его немножечко. Так, мы остановились на Кире, который у нас, походу, либо вылетел, либо не знаю что. Этот у нас просто бегает. Комара убили или нет? Вы представляете, походу, комара-то... А, нет, но зонтик был. Комар-то ладно. Так, она у нас тут что-то тоже делает непонятно. Тут у нас ходят всякие зомбики. Что-то меня все боятся. Пойдемте котеночка посмотрим. Она еду ищет. И последнего мы проверяем. Он умер у нас. Так, давайте посмотрим, что у зонтика. По факту у нас сейчас ведет зонтик. Смотрите, они наставили тут всего. Ой, как лагает. Стойте, или это... Они дроп нашли, ребят! Вы представляете, дропчик нашли. Вот дроп. Но они все забрали. Наверное, не было места в инвентаре. Все, что тут наставили. Наверное, с едой я перебарщиваю, да? Так что мы давайте опять делать ночь. Потому что что-то неладное у нас уже. Пока все как раз лутаются, мы делаем ночь. Вот и все. Телепортируемся к зонтику, потому что я надеюсь, что он дома. И будем следить. Я делаю наставки на зонтик, то, что он выиграет, потому что он залутал очень много дропов, так сказать, да? Но вот у них дом тоже прикольный. Ага, ее убили, к ним зомби пробрались в дом. Жалко, блин, а у них такая тут тусовка была хорошая. Ну что поделаешь. Так, вот у них очень хороший дом, да? Так, это у нас зонтиковый дом, да? Да, вот у них очень хороший дом, они тут вообще компашка играют, только, знаете, меня очень сильно вот будет смущать, когда у них не останется еды, и, допустим, останется, и что они будут делать? Они будут друг другу пытаться еду забрать, как-то обмануть друг друга. Это сейчас они играют, так скажем, мирно, спокойно и как друзья. В такой уютненьком домике, так скажем, построенном, да? А по факту будет совершенно все иначе, ребят. Будет все иначе. Так, давайте мы Сникс. Так, она тут у нас. Так, это у нас кто? Где он? Он вылетел, походу. Может быть, не играет. Так, это у нас кто? Ну, слушайте, у меня тоже есть, кстати, на него надежда, так сказать. Потому что он здесь очень давно стоит. Уже какой раунд я к нему телепортируюсь. Опа, двое ливнули. Не знаю, кто. И дроп... А почему он дроп не забирает? Я же, ну, типа, ну, не против, чтобы он забрал дроп. Как бы, ну, все честно, он же увидел. Мы не будем... О, у него здесь даже вода есть. А может быть, он туда ходит просто покушать? Не знаю, в принципе. Но тактика у него очень хорошая. Он палит дроп. Так, она пришла в дом, а ее подруга умертва. Вот это было самое обидное, наверное, да? Остаться одной. Печально, печально. Ой, все. Тебе лучше убегать. Попробуй беги. Давай, ты сможешь. Я не могу вмешаться в этот процесс. Она спряталась. Спряталась под стол, походу. А может быть, залагала. Ладно, мы потом за ней посмотрим, что с ней случилось. Давайте дальше пойдем смотреть. Так, нет никого. Так, это у нас где находится она? А, ну она просто гуляет, ей вообще, я не знаю, прям прет. То есть там к ребятам в дома залазит, она уж какой раз. Она просто гуляет такая по Икее, вообще похуй. Она в домике, смотрите, блин. Ну ладно, ладно, ничего так-то страшного. Я просто думал, она реально умерла. Вот, то есть, ну у нее здесь дропчик есть. Повезло. А может быть, это не она, я честно не помню. Напишите-ка в комментариях, ребят. Если вот смотрели до этого видеоролик, ну как, ну, минут 5 назад, да, его смотрели, то есть, это она здесь была или нет? Просто я уже, честно, забыл. Подзабыл немножечко. Она здесь туалет ставит, и там зомби. Он может к ней, кстати, пробраться, чисто теоретически. Может к ней залезть. Игроков уже осталось максимально мало, и я уже, честно, не могу... Очень длинный видеоролик получается. Не знаю вообще, зачем я его снимаю, потому что просмотров будет по-любому мало. Лайки никто не ставит. А если ты, мой дорогой друг, смотришь сейчас это, ну просто тебе уважение и респект.
Серьезно, если ты поставишь лайк, подпишешься на канал, включишь уведомления и напишешь абсолютно любой комментарий, то цены тебе не будет. Честно, я тебе говорю, серьезно. Давайте мы... Ой, комар умер, походу, да? Да. Комар умер у нас. А, нет, это не комар же. Комар-то он тут гуляет. Пускай гуляет. Так, давайте мы посмотрим. Так, стойте. Телепортинг. Это у нас зонтик, зонтик. Я все время зонтика путаю и комара. Так, Зуза у нас тоже мертв. Котенок, котенок у нас. А, она, смотрите, тоже сделала себе здесь мини-сейф-зону. Ну, у нее вообще прям тут максимально все простенько. Она взяла плазменный телевизор разогнутый и спряталась за него. В принципе, нормально, у нее есть два бургера, но покушать... Нет, еда не нужна. Даже добрая, смотрите. Самое главное, что добрая. Предложил мне покушать. Но это пока что, пока что. Опять же повторюсь. Надо уже как-то завершать, потому что уже слишком долго, долго слишком. Ой, не будем ей мешать, давайте. Я не знаю, что просто как усложнять. Спамить ботов у них прям... Давайте мы будем каждому подходить сейчас и спамить около них ботов. Я, конечно, понимаю, что нечестно, надо как-то заканчивать уже. И сейчас сразу же откинутся те, кто не в доме был. Ну, потому что по факту уже ночь. А, уже утро. Повезло, ребята. Прям, вот знаете, прям в тайминг попали, честно. Так, мы наспамили их тут. Все, окей. Телепортируемся к зонтику. А, зонтик тоже тут у нас. А, она тоже тут. А, нет, она в другом месте. Ребят, короче, я не знаю, блин, сколько это еще продлится. Ой, господи, честно, ребят, я сам устал. Вот ей-богу, сейчас хочу просто встать в АФК, и чтобы они сами доигрывали. Серьезно вам говорю. И просто уже записать конец. Пипец, пипецкий, блин, блинский. Давайте мы опять делаем ночь сразу. Сразу делаем ночь. Без лишних разговоров. Все. Все, у вас есть 10 секунд, чтобы отсюда уйти. Раз. Лучше убегайте. Два. Я вас предупредил. Три. Четыре. Пять. Ну, короче, они не хотят уходить. Окей. Мы вынуждены принять такие меры. Все, ребят. Все. Да, конечно, понимаю. Он убивает. Ну, конечно, надо завершать как-то уже. Так, это у нас в доме. Так, вот давайте напишем тот, у кого нету дома, кик. Тот, у кого нету дома, мы написали кик. Мы кикаем, потому что все, надо заканчивать. То есть, все. Они, у них есть дом. Можно сказать, его не ТТ. Офигеть, офигеть. Так. Прочитали меня все. Мы давайте сейчас будем тпхаться и смотреть. Вот у нас 100% комар был бездомный, но он вроде вышел. Давайте мы чекнем Дашу, где она. Дашка у нас тут, зонтик у нас здесь. Так, она у нас где? Она у нас... Не в доме. Но у нее вроде был дом. А, нет, она вроде... Ну, я не знаю, давайте мы за ней понаблюдаем. Честно, хз, есть у нее дом или нет? Так, это кто у нас? У них есть дом свой. Хорошо. Ой, то есть прошу прощения, что я вас потревожил. Давайте мы чекнем этого сыночка. Так. Угу. Она тоже отсюда, у них тут один дом, не потери, похоже. Так. А вот у него дома нет. Не могу сказать, что вот его локация это дом.
Но мы не будем, давайте, парни, кикать, потому что реально старается. Ага. Каре. Правильно, правильно, что убежала. А, тут ее сейчас сами зомби завалят. Она нашла чей-то дом, похоже. И запасы еды. Ладно, ладно. Я надеюсь, что я с этого видеоролика хотя бы часы зафармлю, да? Что кто-то будет его реально досматривать до конца. Я реально не знал, что такой видеоролик долгий получится. Заперли, заперли, смотрите. Откройте мне дверь. Не открывают. Не хотят мне открывать, а? Откройте дверь. Я требую, чтобы мне открыли дверь. Опа, вот у нас их вот. Так, это у нас кто? Он в соло один такой дом построил? В принципе, нормально. Нормально защищен. У тебя на чеку еды нет. Которые Артем ставит. Зачем они нужны? О, у меня есть дом. Походу, тот просто дом нашел. Вот у него и появился дом. Понятно. 4-4 ООО. Это у нас кто? Она у нас ходит уже без дома. Мы ее кикаем. Тут понятное дело. Почему? Потому что она уже очень давно. Offset play. Так, кик. 4-4-4. Бан. Все. А, она улетела в бан у нас. Телепорт. Давайте мы еще будем, кстати, смотреть за теми, кто умирает. Их тоже будем кикать, чтобы они не возобновляли игру. Так. Кто у нас тут бегает? Ой, извините, пожалуйста. Блин, я что натворил-то, ребят? Нажал нечаянно. Как ей? Давайте вернем ей быстренько. Ладно, давайте в качестве изменений своих вот так заспамим здесь штучку вот эту. Давайте вот так вот как-то заспамим. Я не знаю, какая она в минуту будет. Вот. Все. Прости, пожалуйста, извини. Это в качестве извинений. Ну реально, нечаянно, блин, удалил, ребят. Ну серьезно, вообще не хотел. Так, комарчик чекнем. Комарчик у нас умер, да, похоже? Комарчик у нас не умеет. Видели, какой тайминг? Я свистнул сразу утро. Комарчик дом не умеет строить, так что извини, но мне придется тебя забанить. Потому что игру надо уже завершать, серьезно. Я уже не знаю, как ребята не заколебались сидеть здесь, а? Так, все, его мы забанили. Осталось максимально мало игроков. Я надеюсь, что записи все хорошо, что мне очень хорошо слышно. Я не просто так потерял свой час. Серьезно. Но если будет плохо слышно, если будет слышно посторонние звуки и так далее, все равно я это выложу, естественно, потому что ну, час своего времени я потерял вообще максимально зря. Мы опять ставим ночь сразу, ребят, да? Мы не будем тянуть еще что-то. Поставили ночь. Едем дальше. Все, максимально, максимально. Давайте уже все удалять. Как убить этих? А вот никак ты их не убьешь. Все. Все, 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 все. Все. Нужно уже делать кардинальные меры. Серьезно, вообще, давайте попробуем без утра. Все, то есть. Давайте мы опять телепортируемся. Так, где она у нас? Не знаю, они, наверное, тут в доме, да? Все вчетвером или втроем. Без понятия, сколько их там сидит в доме. Ну, зонтик, понятное дело, в доме. У него дропчик за лутом. Тут без вопросов. Она тоже у нас в доме. Сынок этот у нас тоже. Сникс. Он тоже у нас в домике. О, смотрите-ка, я не видел этот домик. А! Ну. А я хотел его кикать. А, смотрите, чел реально ну, постарался и построил себе домик. Как вылезти. Ну, в принципе, он это, ну, ничего не нарушает, все хорошо. Все хорошо, хорошо. Мы идем, давайте дальше смотреть, кто у нас нарушители. Живет без дома. Вот когда вы так делаете, значит, человек умер, наверное. А, она живет в чужом доме. Смотрите, идут, раскидывает. Ой, я собрал что-то у нее, наверное, нет. Надеюсь, что нет. Так.
Тоже у нас чувачочек дом строит. Помните, я говорил, что он один такой дом отстроил? Уважение, респект ему. Даже этого чела убил, представляете? Люди, дайте аптечку. Кто-то уже начинает умирать. Все равно голод-то не бесконечный. Ой, дрон-то вышел у нас. Блин, жалко, конечно. Вот мы сейчас у него были дома. И он вышел. На ком я остановился? Наверное, на Кире, нет? На Кире я остановился, случаем. Да, на Кире мы остановились. А где она у нас? Ой, я, наверное, зря у меня дома свисло. На Кире мы остановились, а на Кире мы еще не остановились. Кира у нас сидит дома. На Чиле, на Вайбе. Давайте мы удалим ей вот это все, чтобы у нее не лагало ничего. Пока кто-то выходит, похоже. Главное, ничего лишнего тут не удалить. Так, все, мы удалили. Чтоб ей не мешал, ничего не лагало, да? Смотрите у нее. Вот этот дом мне очень нравится. Не знаю почему. Напишите в комментарии, какой вообще дом вам больше заходит. Именно из тех, которые, ну, в которых мы ходим, да? Мне заходит больше этот дом. Потому что здесь диванчик, здесь уют. То есть она реально старалась. Ты молодец. А как там она сделала? Объясните мне, пожалуйста. А как это? Как так? Не могу. Последних выживших приглашаем в дом. А вот она умная, то есть то, что она никого не пригласила, она в соло играет, у нее много еды. А те последние выжившие будут бороться за еду потом. Вот увидите. Я вам говорю, помните мое слово, ребят. Так, кто у нас здесь бегает? Что за Зезе? Зезе, походу, только зашла, да мы ее, наверное, скорее всего, сейчас кикнем. Потому что... Ой, вот это нечаянный звук, нечаянный звук. Привет. Ладно, давайте мы ее оставим все же, да? Пускай. В следующий раз, когда если мы не телепортируемся, если мы не поймем, что у нее нет дома. Ну вот, слушайте. Вот это нарушение, мне кажется, правил. Это не дом. Это не дом. У кого нету дома? Кик. Давайте мы ей дадим шанс еще построить дом, пока мы уйдем от нее. Зато тут не убьют. Понятное дело, что не убьют. Понятное дело. Но игру-то надо заканчивать. Так. О, я его помню. Ну, прикольно у него домик. Я его помню, мы сегодня играли, он тоже у меня был на сходочку. Че все время? Кио, он умер что ли? Блин, или я его убью как-то? Да я не мог. Обидно, но люди уже отсекаются, отсекаются прям. Так, ладно, давайте мы не будем никого щадить. Я, конечно, прошу прощения. Так, мы давайте телепортнемся, проверим, кто там у нас не в доме. Она не в доме. А, она пойдет делать домик. Ладно, давайте мы сделаем домик. Ой, ребятки. Короче, здесь будет вставочка. И дальше мы уже продолжим. Какой вставочка? Я уже умираю. И тем самым мой длинный видеоролик. Я не могу, у меня уже это все. Я больше никогда не буду снимать эту Икею. Никакой вставочки, короче, не будет. Я просто выложу все это одним дублем, как есть. До этого сделаю немножечко склеечку. Ребят, да я более чем уверен, что этот момент даже никто не будет смотреть. Ну, то есть, прям, ну, 100%. Вот, если кто-то данный момент посмотрит и напишет в комментарии, а комментарии я лайкаю абсолютно все, и напишет мне в комментарии слово какое-то. Давайте мы с вами придумаем сейчас слово.
Блин, какое слово-то придумать? Вот давайте так, короче, кто первый напишет в комментариях. Мы сейчас сделаем прям максимально такое слово, что, ну, просто так его 100% не могли бы назвать, да? Только именно кто досмотрел до этого момента. А это значит только искренние и преданные подписчики вообще могли досмотреть до суда, потому что видео будет очень долго, я прекрасно это понимаю, ребят. А, вот. Давайте, кто напишет в комментарии мне 50 рубаксов, получит 50 рубаксов. Кто первый напишет это? 50 рубаксов. Типа просто так ни с чего никто не будет писать 50 рубаксов, я так думаю. Но если я реально увижу такие комментарии, то я буду честно в шоке, что вообще кто-то смотрит видео полностью, серьезно. Прям, блин, вот таким ребятам я прям отвечаю благодарен. Благодарен. Честно скажу вам. Убей их, боже, я не хочу никого убивать. Давайте мы делаем ночь. Все, ребят, все. Надо уже как-то это все заканчивать, потому что это все долго и очень муторно. Я бы хоть всю ночь играл, но... Ой. О. Ой. Упс. Упс. Ну так, у них дом есть. Как бы так и есть. Вот все, ее убивают. А я еще спас, так нечестно. Ее бы убили. Но тут я не знаю, блин, ребят, напишите в комментариях, стоило мне ее кикнуть или нет. Хотя, у кого я вообще спрашиваю написать мне комментарий, если никто не будет смотреть даже до этого момента? Ну это... Я вот отвечаю, никто не досмотрит до этого момента. 100%. Ну, людям что-то нет, значит, что ли? Сидеть, смотреть. Прикольный домик у него тоже. Ну все, аэродропа мы больше не закладываем, все, мы просто все, ночь бесконечно у нас будет. Зря, наверное, начали делать все эти аэродропы. Честно вам скажу, зря. Вы сейчас знаете, что сделаем? Давайте забайтим. У них тут тоже домик. Давайте мы, знаете, сейчас что-то напишем. Ой-ой-ой, у меня что-то упало, ребятки. Прошу прощения за непонятные звуки на заднем фоне. Ребят, нужно уже заканчивать. Ребят, нужно уже заканчивать. Кто-нибудь хочет сдаться? Кто-нибудь хочет сдаться? Никто не хочет у нас сдаваться. Тогда давайте так. Я вас телепортирую. Кучу охранников. Правильно написал, но ничего страшного. И кто выживет, тот победил. Но сначала скрин на превью. На превью сначала скринчик мы сделаем. Давайте нам, наверное, сюда залезть как. Дайте мне туда залезть. Блин, мне туда не залезть, наверное. Честно вам скажу, я даже не знаю, где тут скрин. О, там лестница есть, тут прикольно будет. На, ну тут зомби везде. Все. Ой-ой-ой! А ты чё, Чижик?
И удалить его нельзя, да? Ну, ему пофиг. Вроде как. Так, мы телепортируем всех сюда. Да. Итак, ну что, ребят, короче, мы решили так. Никто не хочет сдаваться, я делаю локацию зомби. Ну, вот с этими океевскими чаоми. И телепортирую туда толпу. Все, кому повезет, кому повезет. Excuse me, excuse me. Ага. Сейчас я тебе по-excuse me. Так, они начинают лагать, потому что друг на друга лезут, да? Ну, сейчас их наспавим нормально. Все, теперь мы делаем. Ой, а что мы сделали? Ребят, нас затолкали, блин! Ну отстаньте вы! Где все-то? Почему я их не телепортировал? Да не excuse me. Bullying call. Все. Так, ребят, я уже все не могу, я даже не могу комментировать, честно вам скажу. Я заколебался. Я думаю, мы на этом закончим, потому что никто не хочет умирать, никто не хочет сдаваться. Победителей у нас нету. Все, наверное, на этом, ребят. Спасибо, кто досмотрел этот видеоролик до конца. Обязательно поставь лайкусик, подпишись на канал, включи уведомления, напиши абсолютно любой комментарий. А с вами был Артём Фролов. Я устал. До встречи!